Здравствуйте, вы смотрите новости 24. Международная конференция «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности» состоится 15-16 июля в столице. Ее участники обменяются мнениями, рассмотрят предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, зеленых технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации. Зарубежные эксперты поделились своими мнениями по теме. Евросоюз очень оценивает инициативу президента Узбекистана организовать эту конференцию здесь, в Ташкенте. Думаем, что очень хорошее время это организовать, потому что вопросы безопасности, вопросы регионального сотрудничества и взаимосвязанности, ситуации в Афганистане и вообще вот в большом регионе в целом. Очень важные для всех нас. Я думаю, что диалог региональный важный всегда, потому что региональное сотрудничество, региональные связи и двусторонном порядке это мы всегда оцениваем высоко. Евросоюз большой партнер для Центральной Азии, для Узбекистана, и это тоже доказатель, что приедет высокий представитель, вице-президент господин Йосеп Боррель с большой делегацией сюда, и мы надеемся, конечно, что вот эти даже сама конференция и потом двусторонние встречи будут продвигать дискуссию о взаимосвязанности, о безопасности в регионе, и мы очень это оцениваем и думаем, что хорошо иметь такую конференцию на высоком уровне.